Одна из вещей, которую вот я реально не перевариваю в Америке, это старая добрая британская традиция, или французская, может быть, я даже не уверен. Это краны. Старый образец кранов, который здесь делают. Я тебе покажу и радуйся то, что у тебя есть дома, потому что вот эта вещь внизу, да? Вот посмотри на это. Видишь? Это как бы классическая, хотя в Британии даже раздельная вода даже не смешивается. Это смешивается, но вот смотри, вода выходит отсюда. И если я хочу помыть руки, да, мне надо тереться об эту херню, чтобы, ну понимаешь, вот раковина. Вот смотри, вот у тебя раковина, вот этот размер, да, ты можешь краник вот так вот сделать, правильно? Ну, вот нормально, просто логическое. Но нет, ты должен сделать его под самый конец. Почему? Я никогда этого не видел вообще. Объяснение, смысл. И чтобы мне помочь, мне надо тереться об эту херню. И вот так вот каждый гребаный день, блин. Вот так вот, каждый день в этих старых подвалах, в этих старых образцах, этих кошмарных местах, если что-то надо сделать. Цени свои краны.